В России с 1 октября вступает в силу целый ряд законодательных новелл. Так организовывать хостелы и гостиницы в жилых домах теперь запрещено. Помещения, в которых они расположены, должны иметь отдельный вход, звукоизоляцию и, главное, иметь статус нежилых и находиться на первом этаже. Жарить шашлыки и жечь свечи на балконах – тоже нарушение закона. Курить, конечно, пока не запрещено, но если от окурка вспыхнет пожар, наказание от штрафа в 3000 до лишения свободы. А выплаты при автоавариях по ОСАГО теперь можно получить по Европротоколу в максимальном объеме без вызова на место сотрудников ГИБДД. Кстати, с 4-го квартала во всех регионах увеличивается и сумма максимальной выплаты до 400 000 рублей.